Играть. Знакомство с предметами на кухне. Это стул. На нем сидят. Это хлебница. Ее делают из дерева или пластмассы. Это мелкая тарелка. Ее моют после еды. Это салфетки. Их делают из тонкой бумаги. Это веник. Им подметают пол. Это ведро для мусора. Оно закрывается крышкой. Это холодильник. В нем лежит еда. Это мыло. Если его намочить, оно становится скользким. Это тарелка. У нее высокие стеночки. Это стакан. Из него пьют водичку или компот. Это умывальник. Над ним умываются. Это нож. Ножом еду режут на маленькие кусочки. Это сахарница. В ней хранят сахар. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это кастрюля. У нее есть ручки. Это сковорода. У нее есть ручка. Это половник. Он твердый. Это банка. Она может быть большой или маленькой. Это чашка. Она может разбиться, если упадет. Это совок. Он легкий. Это мочалка. Мочалкой вытирают крошки и мусор со стола. Это графин. Он прозрачный. Это мясорубка. У нее внутри много маленьких ножей, которые мелко режут еду. Это скалка. У нее есть две ручки. Это скатерть. Скатерть делают из мягкой ткани. Это стол. У него четыре ножки. Это чайник. В нем греют воду. Это спички. Это палочки, из которых получают